Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Far Cry 2. Я надеюсь, что это финальная миссия, ну, всей серии. Если же нет, то у нас одна-две точно, максимум. Да, ребят, мы приехали. Да-да. Я даже не знаю, можно ли это сделать по стелсу. Вы это видели? Да чё происходит? Сначала баг, потом снайпер хрен знает откуда стреляет. Чё за магия? Я не понял. Да чё у вас так? Алло, дохните! Мне что, все патроны надо в вас саживать, я не понял, а кому? Вот объясните, вот откуда он стреляет? Где-то жестко близко. Ой, здрасте! Ну-ну-ну-ну-ну, давай, красавчик. Чё, используем тактику в КС-ке? Ай! Да я же пошутил, ну камон, чувак, ну ты шутки не понимаешь. А чё так? Камон! Где тут жестко рядом? Если бы я видел еще их в этих кустах! Они в реале просто в этих кустах невидимы. Он в этом доме, и он наверху, как я понял. Да, пофиг, пусть стреляет. Ты здесь? Хорошо. Давай разберемся. Недопонимание бывает. Случается, когда хорошие люди работают... Я просто отвернулся. Что-то со звуком стало, я не понял. Все как будто в каком-то эхе. А вот и голубчик попался. Куда теперь? Подождите, вы что, хотите, чтобы я в реале вернулся туда, откуда я начал? Не, ну вообще нормально или что, я не понял. Ребят, объясните мне. Я только что убил ихнего лидера, и они хотят, чтобы я вернулся к ним. Ну, как бы, ладно. О, таблеточки. На халяву таблетки достались. А, я же там где-то тачку выронил, скажем так. Да?
конечно. Нет, она-то, возможно, здесь, но... Нам вот по той дороге. Ну, проедет машина, я заберу ее. А пока только пешочком. Не, ну а че? Спортом позанимаемся, а че? Не всю же жизнь сидеть на жопе ровно. Я тут, кстати, узнал, что насчет скороговорки. Узнал самое сложное скороговорка. Не выговорить словом. Самое сложное. О, машина. Это пакет под попкорном. Прикиньте. Попробуйте это быстренько выговорить. У меня не получилось. Я иногда и даже слова не могу выговорить. Что тут насчет скороговорок? Можно заехать, кстати, в оружейку, взять пушки поновее. Что я сейчас и сделаю. И надо потратить еще и... наше улучшение или что-то в этом роде. Я уже это сейчас сделаю только ради того, чтобы, знаете, пушки не ломались. У нас, заметьте, как я стал покупать пушки, стали реже ломаться, ну, оружие. Калаш, конечно, этот золотой держится намного дольше. Это миф, что он не ломается. Он ломается, мы это все прекрасно выяснили. Я не помню, на записи это было. Я помню, что он у меня сломался как-то в руке. Как бы вот так вот. Мы еще не доехали, а я не знаю, чем вас занимать сейчас. Чтобы не в тишине ехать. Видите, вообще слепые, глухие. А что-то раньше когда-то я проезжал, они только так палили. Наверное, прошли эти дни и сказали, да ну нахрен, не будем за ним охотиться. Не нужно объяснять тебе здешние правила. Ну и что, это должно быть последнее задание, да? Подожди, сдавай стволы и прочее оружие. Ладно. Мне это что, тяжело или что, я не понял. Не, ну реально, напоминает Куприновый, ну вы посмотрите. Когда смотрю на эту фотку лица, мне приходит только одно изображение в голову, скажем так. Куплинов. Да, ну реально похож. Ола, рад тебя видеть. Давненько не заходи. Секунду. Так, не туда. Да, кстати, Far Cry 3, я думаю, буду проходить уже на геймпаде, потому что... Ты теперь с Вурхисом? Эту я не стал, потому что она более сложная, чем... Терпеть его не могу. Скажем, третья часть. По глазам вижу.
Он вечно делает какие-то дела. Здесь надо чаще стрелять, чем по стелсу ходить. А я по стелсу люблю ходить, вы знаете. Я поэтому и жду Hitman 3. У меня, кстати, идея насчет Hitman 3. Там же как бы, когда можно будет предзаказать, я предзакажу. Ну, там будет еще доступен первый, второй сезон. Я думаю, чисто вот пройду их для канала. Хоть и есть у меня на канале они. Я первую часть уже давно хочу пройти, потому что у меня там проблемы с ней. Там, ну, рассинхрон был почти в каждой серии. Это неприятно смотреть. У меня тут... Тоже, кстати, заметил вот, ролик, тоже был по Resident 4, там у меня тоже рассинхрон, когда я Эшли ловил, был. Ну, блин. Давай. До скорого. И как бы я не знаю, в чем прикол, почему рассинхрон. Именно с Hitman-то понятно, почему был рассинхрон. Это у меня тогда с Adobe Premiere была проблема. Жесткая, блин, проблема. А я сейчас, ну, короче, сяду на автобус, доеду вон там, вон, проедусь, чтобы это быстрее было. Какую сторону нам на автобус? Так будет просто, я считаю, намного быстрее. Так, а о чем это я насчет рассинхрона? Что у меня Adopt, тогда я не знаю почему, но часто делаю рассинхрон. Я тогда не понимал, в чем проблема. Сейчас, конечно, такого уже нету. Во-первых, тем более я теперь монтирую в Mavi, там, что-то там... Блин, забыл, как называется. А, DaVinci, DaVinci вспомнил. Я просто уже давно там не монтировал, как бы. Ну, как бы, когда я монтирую, я обычно там монтирую. Там никаких рассинхронов я никогда не замечал. А вот с Adobe Premiere было такое какое-то время, там был рассинхрон. Я заговорился и уже не туда пошел, прикиньте. Я до сих пор не понимаю, в чем была проблема. Потом это как-то проблема решилась, я не знаю. Я тогда скачал новую версию Adobe, тогда вышла. Я не помню, какая версия, какая-то там была проблема. Я, по-моему, тогда еще Adobe не CC пользовался, а KS. Да, такая CS была версия. Шестая, по-моему, как раз. KS6. Тогда жесткие были рассинхроны. Ну, короче, что Хитмана, я уже давно первую часть хочу перепройти, но как-то руки не доходят, а выйдет Hitman 3, это будет вообще найс. Я буду только рад. Я только не знаю, я к тому времени как буду проходить это либо... Да ёперный театр. Буду проходить либо на PlayStation 4, пятый я не знаю, как буду ли брать. Собирался, но сейчас изменились решения мои, мнения. Все теперь другое, не то, что как раньше. Сейчас я не живу только компьютером и играми, и сериалами, но живу еще и реальной жизнью. Как говорится, повзрослел. А то раньше я очень давно часто сидел дома. И сейчас... Поэтому у меня статика и ролики давно не выходили. Поэтому как бы так. Сейчас больше хожу в спортзал. Диету теперь сделал себе.
Но все-таки записывать я до сих пор буду. Я еще, кстати, ролики успеваю для второго канала. Ну, для второго канала я больше всего чаще делаю, чем выпускаю на этот канал. На этот канал, по-моему, я еще даже ни разу не выложил. Это у меня то ли 17-я серия. Точно не скажу. А, блин, забыл вертикалку отрубить. Думаю, что сейчас так подпрыгивает все. Подлагивает. Мне как бы уже две серии, там 14-15 уже смонтировано. И уже как бы на Ютубе, но я их еще не выкладывал. Как-то руки не дошли. Я больше всего для второго канала эти фантомы делаю. Ролики музыкальные. Получается, статика неплохо у меня. Так что, если хотите, ссылочка есть на моем канале. Там прямо на баннере. Так что, если кто хочет заценить, ссылочка прям там. Заходите на канал прям там, где баннер, справа снизу будет написано музыкальный канал. По нему заходите и смотрите мои фандомы. Недавно тут про Stargirl сделал. Так что приятного просмотра. Занимаюсь я этим уже 3 года. Ну заходите, заходите, да-да. Я, наверное, в скором времени буду оставлять еще эту ссылочку у себя, ну, под роликами. Второй канал буду писать. Так что можете, наверное, искать по-другому. Здесь дно хорошо видно. Там еще кто-то написал, я что, ВК забыл закрыть? Я ВК, прикиньте, забыл закрыть. Ну ладно. Человек написал мне, зовет меня в КС-ку. Сейчас зайду, я ему быстренько напишу, что чуть-чуть попозже. Я не понял, а где вход? Сейчас, пока он, ну, что-то будет бормотать там, я быстренько напишу ему. Опусти оружие. Сегодня ты ни в кого не выстрелишь. На делах заботишься, да? Да пошел. А, ну поболтали. Отлично. Так, мне звонить этот будет. Так, ну... Кое-кто из твоих старых приятелей тоже здесь. Так что береги спину, когда приедешь. Хорошо, хорошо. Так, все, хорошо. Так, куда мне идти?
В бар. Ну, может, кстати, так же, как я пришел сюда, сесть там быстренько на автобус. Что я считаю логичным. Проблема только в том, что я не знаю, где тут вылезти. Я тогда, по-моему, чудом вообще вылез. Так просто он не вылезает. А, тут все время лестница была. Короче, ребят, сейчас я на секунду отлучусь. Так, ребят, продолжаем. Это тачка, на которой я приехал. Сейчас едем в бар. Но прикол в том, что я сейчас еду к остановке. И проблема у меня в том, что здесь сейчас люди. Приехал, навесил всех и пошел спать. Да я не пойму, кто там такой мощный. Ты сможешь убить раненого. Там написано. Я просто вспомнил. Там написано, ты сможешь убить раненого. Главное, чтобы там воды не было. Кстати, я тут узнал, что через 2 дня, по-моему, 22-го как раз, будут показывать первый геймплей на какой-то презентации первой «Мафии» ремейка. И все предполагают, что это будет загородная миссия. Что, кстати, разумно. Потому что загородная миссия была сложной и в то же время, я бы не сказал бы, что очень интересной, но было приятно проходить данную миссию. Если что, первая мафия на канале есть. Давно проходила, ой, как давно. Пару лет назад, наверное, где-то. А может и
Больше, может, и меньше, без. Сейчас машина проедет, да? Сука! Фу. Еще бы чуть-чуть, ребят. Еще бы чуть-чуть. А обычно почему-то, когда я перемещаюсь сюда, обычно машина проезжает. Я уже даже запомнил момент. А что у нас там сзади находится? Ага, понял. Мы там были. Почему-то это место обозначается красным цветом. Я не помню сейчас. Спасибо, но я не понял, к чему это сообщение. Так, секунду, ребят. Я не знаю, может, я замажу вам это сообщение. А может, посмотрите на них. А чё я парюсь? Захожу сюда. Ага. Так. Ребят, запомните. Вот эту пушку вообще не покупайте. Может, кому-то она из вас, конечно, может понравиться, но мне лично не понравилось, что она не скорострельная. А выпускает только по 3 патрона и все. Нужно поговорить, когда освободишься. Хорошо. Я как понял, мне надо с доком поговорить. Вот с этим. А, это новый напарник, короче, он там. Я заплатил твоему дружку-лейтенанту кучу денег, чтобы мы могли поговорить. Наш разговор получается очень дорогим. Не знаю, слышал ли ты, но в аэропорту был переполох. Перестрелка, как в американских вестернах. Эти люди хотят свозить меня туда, чтобы я все увидел собственными глазами. Или, может быть, они хотят меня убить, кто знает. Если дела пойдут совсем туго, я смогу тебя вызвать. Больше мне никто не поможет. Я должен знать, что могу рассчитывать на тебя. Иначе я не смогу заставить тебя сесть в их машину. Мне все труднее просто стоять в сторонке, записывать происходящее в блокнот и думать, что это может хоть что-то изменить. Иногда я мечтаю оказаться на твоем месте. Ну что, поворковали, голубки? Скоро увидимся и, надеюсь, в более приятной обстановке. Давно не виделись. Я надеялся тебя здесь застать. Есть предложение. Я знаю, что ты делал Афот. И знаешь, меня это устраивает. Честно говоря, думаю, что и СНС не помешает такая же чистка. Время перетряхнуть здесь все, влить немного свежей крови. И я хочу, чтобы ты мне в этом помог. Грифс и Куэпо отправились в дыру под названием Сепоко. Что-то типа ознакомительной поездки. Дело в том, что теперь их легко найти, и они уязвимы. Думаю, ты был бы не против отправиться туда и позаботиться о них. Я заплачу. И это еще не все. Я не обижаю своих людей. Ну, вообще-то, я не твой человек. Я работаю только на деньги, на алмазы. Подожди, и куда? Ага. Получается, мы сейчас поедем туда, зачистим, и потом уже финалка будет, да? Хорошо, секунду, ребят. Продолжаем. Так. Садимся тогда на машину. Сейчас, секунду. Не туда нажал. А я думаю, сейчас до автобуса также доедем, туда переместимся и уже доедем своим, ну, своими силами, скажем так. Потому что так намного быстрее. А я, кстати, как помню, впервые, когда играл, я не помню, говорил я или нет, я большую часть игры прошел просто катаясь.
Я потом узнал, что тут автобусы есть. Да. Не, как бы я тогда знал, я думал, что просто, что... Как бы, что просто приедешь сюда, ничего и не будет. Просто для красоты, на карте показали, и все. Как бы я никогда этого не проверял тогда. И зря, просто зря. Здесь автобусы просто решают. Просто решают. Ты, по сути, большинство аванпостов просто проезжаешь. Что не надо тебе каждый раз через них приезжать, это очень удобно, и мне это несказанно нравится. Так, едем тогда. Так, ради прикола можно будет еще и... активировать вот тот дом. Что, почему бы и нет? Так, кого-то тут есть. Я бы не отказался от воды, чтобы не тратить аптечку. Хотя аптечка так и так нужна. Ну все. И еще, кстати, у них тачку заберем. Она зелененькая, потому что... Блабру вот с этой я бы даже не думал брать. Прощай, тачка. А хотя я вас, может быть, взял, потому что это с пулеметом. Ой, чувствую, сейчас будет сложно. Так мы были, по-моему, тут. Первым делом лучше вот так сделать, а потом уже перезарядить снайперку. Сохраняем, потому что если мы сейчас умрем, нам придется заново начинать. Да подожди! Вы видели это? Так, а где у них аптечки?
где-то там, да? Здесь патроны должны быть. Все, перезарядил. Идем к аптечкам. Они прямо вот где-то тут. А че это ты кружился тут? А. Так. Я прямо где-то здесь. С кем ты говорил? Со всеми вождями, у кого есть магия. Ты делаешь ошибку? Еще не поздно. Убивай меня, я с тобой. Опусти оружие, все в порядке. Я с тобой. Тебе нужно убить Пьюрфоя, не меня. Давай я тебе помогу. Упрощу задачу, я все организую. Всего один звонок, и охрана тебя не остановит. Ты войдешь прямо в кабинет и пристрелишь его. Прямо за столом. Подумай. Мне надо уйти или нажать на него? Ладно, давайте я просто уйду. Ага, ну так же едем, короче, до остановки. Моя тачка где-то там. Я бы офигел, что если это дым от моей тачки. Так, а как я приехал? Ну, а. Слепой. Прикиньте, слепой. Ну да, также сейчас просто приедем на остановку и приедем прямо в центр. Я думаю, так разумно. И тем более, я хорошо, что его не убил. Потому что в реале мне просто сейчас повезет, если он правду сказал. Насчет того, что меня вообще не будут стрелять, то это вообще хорошо. Мне это нравится. Лишний раз просто патроны не буду тратить. Отправляемся. После случившегося на севере Гектор Уриуса предупредил меня, что группировки могут объединиться, чтобы избавиться от всех смутьянов. Андреа Хиперлайт организует эвакуацию, а я пытаюсь раздобыть алмазы, да и для его плана или что-то в этом роде. Не успеваю читать иногда, потому что они иногда так быстро убирают, что ты не успеешь понять, что происходит. Здесь действует перемирие. Не забудь. Ага. Дальше нельзя.
Без оружия. Давай, руки вверх. Не, мне так не нравится. Поставлю сейчас вертикалку и загружусь. А то вы видели прикол, я вообще его не понимаю. Так. Загрузить. Сейчас еще обновление списка будет идти полгода. Ну, а что тут сказать. Очень редко заходим сюда. Но сейчас, я думаю, не так долго должно идти. Как это было в прошлый раз. Давай. Быстрее, пожалуйста. Я ошибся, оно все равно долго. Самое ближайшее это вот... Ну, других у меня просто идей нету, как попасть в это здание. Я не знаю, что за баг случился, но я не смог зайти. Вы видели сейчас все прекрасно сами. Вообще не припомню таких багов раньше. Да, чувствуете, да? Это все вертикалка, я не знаю, что, почему так. Не нужно объяснять тебе здешние правила. Я надеюсь, хоть так-то получится пройти. Стоять! Ты знаешь порядок, без оружия. Да, блядь, что происходит? Блядь. Чё за баг, я не понял. Ой. Не, ну я не знаю, что мне делать, потому что... Что это за фигня? Я не могу пройти что с вертикалкой, что без вертикалки туда. Что это за бред, вы мне объясните? Ну все, получается, ребят, мы игру прошли. Потому что я не знаю, как дальше проходить. Раз такая фигня происходит. Ладно, сейчас доедем еще раз. Я там сохранюсь, чтобы все это быстрее было. Я не остановлюсь. Я все-таки попаду в этот внутрь. Может, ближе к чуваку надо, кстати. А если-ка я с этим пойду? Ну, давайте-ка я сейчас сохранюсь. Стоять! Ты знаешь порядок. Без оружия. С этой игрой что-то не так. Вот никогда у меня таких проблем не было. Не припомню я такого вообще. Подожди. Верно. Сдавай мне оружие. Не, я не остановлюсь. Я попаду туда каким-либо способом. Вот сколько мы проходили, ребят? Ладно, баги с этой дверью были, они уже давно. Ты знаешь порядок, без оружия.
Что-то придумаем, я уверен. Так, давайте-ка я вертикалку уберу, может еще некоторые баги из-за нее. Я не знаю. Потому что что происходит? Я вообще не дупляю. Может, да, выпанем? Верно. Сдавай мне оружие. О, попал. Я же говорю, ребят, я попаду. Плевать каким чертом. Но я попадаю. Магаме, черт возьми, как меня задолбала твоя лень. Ты на посту должен быть. А подождите-ка, а может я его с ножа убью, потому что, ну вы видите. Опа, я здесь сохранился, отлично. Куда идти? Хорошо, доберемся, я, но уже в следующей серии. Так что мы попали сюда, это хорошо. Если у вас такой же минус, то просто сохранитесь там перед тем, как заходить. И потом просто находите подходящее место, чтобы попасть, вот как я, например, вот здесь застрял где-то в текстурах и допрыгнул до этой двери и прошел спокойно как-то. Баги таких раньше не было, я не знаю, может какое-то обновление было, может не знаю. Может из-за того, что у меня такое разрешение экрана, что игра, ну, не приспособлена к такому разрешению экрана, потому что, ну, сами знаете, когда игра-то вышла. Как бы так. А так у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.